Сегодня 15 ноября 2018 года. Решил выехать на осенне-зимнюю рыбалку. Местами на реке появился лед, а где быстрое течение, там льда нету. Вот и решил сюда выехать. Видим, вот здесь маленечко лежит снег, белеет. Волны большие, ветер большой. В этом месте сделал несколько забросов. Поклевок никаких нету. И решил переехать на другое место. Переехал на другое место, делаю заброс. Тут ветер вроде поменьше. Вроде бы чисто, ничего не слышно. Наверное, сегодня рыбы никакой не поймаю. Что-то пусто. Забыл сказать, для начинающих, чтобы не было намерзания льда на плетенке, необходимо ее обработать силиконом. На улице температура около нуля, ветер и чуть прохладно. Сделаю еще один или два заброса, и если никакой поклевки не будет, поеду домой. Вот на такой глубинный воблер сегодня решил половить. Заглубление его до 6 метров. Заброс делаю еще один. Интересно, никакой поклевки нету. Но что-то тяжело, кажется, тащится. Или зацеп какой-то сделал, или еще что-то. Нет, брюшко показалось. Интересно. Щучка, что ли, так клюет. Это первый раз я вышел на такую рыбалку, позднюю осень. Интересно, рыба. Даже и не дернул ничего, а вроде бы что-то белеет. Рыба, действительно рыба. Щука, наверное. Интересно. Не дергается, ничего не сопротивляется. О, конечно, еще какая щука. Тут, наверное, более килограмма будет в ней. Вот, видите, живая, еле движется она. Ну, вода холодная, конечно. Вот она и неподвижно такая стала. Ну, все, хоть не с пустыми руками домой поеду. Вот такую рыбу мне пришлось сегодня поймать. Желаю всем удачной рыбалки!